большинство украинских управленцев вообще не знает, есть ли в Украине виноделие. Они удивляются, что значит, что такое корни и бэкграунд. Если вы построите дорогу Вилково и отмените эту лицензию, он вам ставит памятник на этой дороге. По пути к памятнику наполовину вы уже заработали. А сегодня президент объявил о том, что он будет поддерживать к следующему сезону дорогу на Вилково. Так что мы уже на пути к памятнику и к Вилково.